Осень Щелково начинается с музыки, вдохновения и отличного настроения. Первые сентябрьские выходные в городе состоится масштабное музыкальное событие – джазовый фестиваль «Небеса». Он будет проходить два дня – 4 сентября с 15:00 и 5 сентября с 12:00. Нам поступило предложение от строительной компании, социально ориентированной на население, которая строит новый микрорайон в городе Щелково, как раз предложение о проведении такого рода фестиваля, да, джазового, но более масштабно. Конечно, Андрей Алексеевич Булгаков не мог остаться в стороне, он поддержал фестиваль, поддержал идею. Джазовый фестиваль будет проходить сразу на двух городских площадках. Первая площадка в парке культуры и отдыха посвящена ребятам, которые только начинают играть джаз. Это молодые музыканты, студенты. На большой сцене перед ступеньками Центрального дворца культуры и в сквере это будут уже профессиональные джазисты, именитые артисты. Идейным вдохновителем джазового фестиваля выступил Даниил Борисович Крамер, советский и российский джазовый пианист, композитор и продюсер, народный артист России. Для всех пришедших выступят известные джазовые музыканты, лауреаты престижных конкурсов, артисты со всей России и ближайшего зарубежья. Полина Касьянова, Антон Румянцев, Денис Мажуков, квартет Дмитрия Купцова и многие другие. Вход свободный. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.